Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 9. Урок 12. Составь программу действий и вычисли. Пример А. Расставим порядок действий в данном выражении. Сначала выполняем действия в скобках. Затем находим, какое действие у нас идет сначала, умножение или деление в первую очередь. Это действие 300 умножить на вот эту скобку. Это будет второе действие. Смотрим дальше по примеру. Третье действие будет умножить на 10. Затем четвертое действие. От 910 750 отнять полученный результат. А результат у нас получился в результате трех действий 27 тысяч. 910 750 отнять 27 тысяч, получаем ответ 883 750. Пример Б. Расставим порядок действий. В первую очередь делаем действия в скобках. Во вторую умножение или деление по порядку. Вторым действием делим на 6, третьим действием умножаем на 80 и затем четвертым действием прибавляем 196 тысяч. 384. В результате первого, второго и третьего действия мы получили 4800. Затем прибавляем 196384, получаем 201184. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить комментарии под видео.